4 мая на территории средней школы номер 5 прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию бюста Героя России Тулпара Мусалаева. В качестве почетных гостей участие приняли заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, глава города Зайнутдин Акмазов, заместители главы администрации, депутаты Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умарханов и Ризван Галоев, депутаты городского собрания, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, председатели ветеранских организаций, руководители ведомств, управлений и организаций, сотрудники правоохранительных органов, а также семья героя, его близкие и друзья. Начало мероприятию в честь Героя России было положено с исполнения гимна Российской Федерации и Республики Дагестан. Слово для открытия церемонии было предоставлено заместителю председателя правительства Республики Дагестан Рамазану Джафарову, который в своей речи отметил, что символично открытие памятника в преддверии Дня Победы как жеста преемственности поколений. Тулпар прожил недолгую жизнь. К большому сожалению, я Тулпара не знал, не был знаком с ним. Но у меня были беседы, разговоры с его сослуживцами, с его командирами. Они все характеризовали Тулпара как мужественного, очень сильного, волевого, высокопрофессионально подготовленного офицера и как очень порядочного человека. Глава города Зайнутдин Акмазов отметил, что на мужественном примере таких героев, как Тулпар Мусалаев, должно воспитываться подрастающее поколение. В ходе выступления председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел по городу Хасавюрт, народный герой Дагестана Зайбудин Омаров вручил матери героя руки от Мусалаевой памятную медаль за боевое братство. Кульминацией памятного собрания стало торжественное открытие бюста на территории школы. Право открытия было предоставлено заместителю председателя правительства Республики Дагестан Рамазану Джафарову, главе города Зайнутдину Акмазову и отцу героя Аздемиру Мусалаеву, после чего все присутствующие возложили цветы к монументу. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».